держит. По поле переплывать. Фосфор. Или Дарданелла? Это золотой, бухта Золотой Рог. Бухта Золотой Рог. Они сообщат о готовности, и я вам передам, а вы можете потом уже спуститься и там поужинать. Верхняя же палуба была открытая, только наша группа на этом корабле, как кроме нас никого нет, поэтому передвижение свободное, но с соблюдением техники безопасности. Выходим из устья Золотого Рога. А куда выходим? Пролив Босфор. Ключи, здоровье, рот слева. Последние, видите, 19 века здание реставрируется последнего рабоче-грузового порта Османского государства. А наверху высокая башня, у нас крыша похожа на наточенный корабль, карандаш. Это мужской символ Стамбула, башня Галата. Там в свое время была территория независимой колонии генуэзских торговцев итальянских. Но генуэзцы контролируют торговлю на Черном море, на Средиземном, на Эгейском. Крым, кстати, да, полуостров. Как вас, милая девушка, величать? Я к вам. Можно с вами познакомиться? Нет, нельзя. Вот так вот, отшили меня на ровном месте. Ну, уральскую усадьбу просто так не отшить, да? Мы всех победим. А за тебя? Да, смотри, договоришься. Вон тебе смотри, какой канат уже готовят. Если будешь сопротивляться. Да, все.